Кирилл, дзюдо это сложно? Дзюдо это сложно. Это есть, мне кажется, это очень интересный, красивый спорт, красивое искусство. И есть сложности не только в освоении техники, но также и в понимании себя как части мира, как части общего целого. И поэтому я думаю, что в дзюдо очень важно не только иметь хороший спортивный навык, но также понять философию дзюдо, потому что мы видим, что многие спортсмены очень высокого класса в спорте не всегда могут контролировать себя, контролировать свои эмоции. Я думаю, что это одна из задач спортсмена, особенно если он достиг высокого мастерства, начать совершенствоваться и в других аспектах. Спасибо.
говорили про захват, ребят. Вот особенно это, когда вы боретесь справа направо или лево налево, очень важно, чтобы ваш захват всегда был сверху. Чтобы, видите, я вот мог в любой момент оказаться домой очень круто. Потому что если я катаюсь, я уже если упор делаю своему партнеру. Если у меня захват вот здесь на животе, то мне, видите, партнера тяжело. Что-то ему сделать. Поэтому сейчас у многих берем, помню, что надо повыше захват держать и заднюю подножку. Делаем, подхожу. Когда я подхожу на заднюю подножку, моя нога должна быть минимум на одной линии с партнером. По возможности даже дальше. Когда я шагаю, она видит, всегда сгибается. До чего она сгибается? И потом я мог с нее, видите, тартануть. Сделать такой старт. Поэтому я здесь чуть-чуть сажусь, и в это время я партнера прижимаю к себе. Я не тяну его в сторону, как на бросок вперед, а я прижимаю, ставлю весь вес его на эту ногу. Я его как будто зафиксировал. И теперь за счет того, что у меня нога входит туда сильно, поднимаете на носочек. Если она будет у меня, видите, кривая, она у меня будет слабая. Она у меня, видите, когда она согнута, она у меня слабая. Если она у меня прямая, то это и получается отхват. Еще раз. Подходим. В этом движении мы делаем два. Отшагиваем, садимся на ногу, заряжаем ногу и партнера прижимаем к себе. Если я буду стараться сильно тянуть, то мне нужно еще шагать. Видите, получается такой большой люк. Поэтому мы делаем здесь, выносим ногу. И смотрите, здесь мы делаем ногой. И когда мы рубим своей ногой, как мы что, видите, как это дерево рубим. Вот. И в это время, посмотрите, как у меня вот эта рука работает. Еще раз, мы зашли.
видите, ошибка какая у многих. Делаю заднюю подножку. Помните, я говорил, что вот если мы сюда шагаем, то у нас получается большое расстояние, поэтому лучше, чем ближе шагать на ноге, тем будет здесь быть большая плотность. Большая плотность. Но еще у многих ошибка. Многие начинают делать заднюю подножку, шагая вбок, вот сюда. Поэтому если я начинаю делать, и партнер начнет от меня разворачиваться, то видите, у нас разложение сил происходит, и очень тяжело бывает. Потом еще начинаете бросить. Вот так очень тяжело бросить. Но если я делаю в эту сторону, и у партнера уже нет варианта отвернуться туда. Видите, у него не получается, потому что я уже перекрыл эту ногу, и здесь его бросаю. Если я иду сюда и партнер начинает поворачиваться, видите, у нас разложение сил происходит. А здесь я перекрываю ему сюда, и он уже не может прийти. Понятно? Хорошо. Следующий, давайте попробуем вариант. Раз. Партнер ногу оставил, я перехожу. Разворачиваю его. И опять делаю заднюю подножку. Еще раз. Понятно стало, нет? Давайте попробуем. We'll be right back.
от всех нас, где сидя, благодарствуем за письмо, Божие ему вручили. А сейчас, я думаю, это будет уместно и своевременно вручить наши сувениры нашему чемпиону. Еще раз повторяю, Кирилл Денисов, заслуженный мастер спорта, участник двух олимпийских игр 2016 и 2008, 2012-2016 года. Вот. Спасибо, что вы хорошие пилоты.